Как наш проект помогает оформлять карты побыта клиентам практически со всей Польши. В сегодняшнем видео я расскажу, как мы сотрудничаем с нашими клиентами в других городах. Я в Лодзи, и это проект справочника иммигрантов. Поехали! Первым этапом работы в городах, где мы физически не находимся, это консультация по телефону, во время которой мы узнаем об основаниях, на которых прибывает иностранец. После записываем клиента на онлайн-встречу для оформления всех документов. Далее наш специалист анализирует кейс клиента, заполняет все необходимые документы и составляет сопроводительное письмо, подготавливая все к подаче в УЖОН Двоевузский. Если чего-либо не хватает, мы обязательно на это указываем. Ведь для нас важно, чтобы все было сделано правильно для получения нужного результата. Кроме того, клиент получает детальный план действий и полностью осведомлен о том, как будет происходить весь процесс. В случае с Лодзью, следующим этапом после сбора всех документов является отправка их по почте в УЖОНД, а потом ожидание на вызов для сдачи отпечатков. После отправки документов наших клиентов в УЖОНД Воевудский, наш юридический отдел начинает работу над тем, чтобы записать клиента на отпечатки пальцев. Сегодняшнюю встречу на запись мы ждали 2 месяца с момента отправки документов, и я лично сопровождала клиентов в УЖОНДе Воевудском. Оригиналы документов поданы, сданы отпечатки пальцев, и теперь ждем положительное решение. Конечно же, процедура получения карты побыта в разных воеводствах отличается, но мы ознакомлены со спецификой работы в самых крупных городах Польши. Поэтому, несмотря на твое местонахождение, мы можем тебе помочь. Начни свой путь легализации с нами прямо сейчас и сохрани свое время и нервы. Вместо сложных бюрократических процессов получи только приятный опыт.